Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Голодные драконы. Так, мы с тобой играем. Так, тихо. Нефрит, древний мудрец, вернувшийся из дальних странствий, чтобы помочь драконам последователям. Офигеть. 1150 рублей, ребята. И он ваш. Так, ну а мы с тобой играем пока за безумного Жракса. Но нам немножко осталось, да, и мы получим с тобой нового дракона. Наверное, вот этого, да, Искра. Ну, так, что у нас там бесплатно? Ну-ка. Бесплатная награда. Да ну, не хочу даже париться по этому поводу. Так, а ежедневный вход? Возвращайтесь завтра. Понятно. Будем возвращаться завтра. Ну что, а сейчас, ребята, мы с вами... Сезон закончился, и ваше место 63-е. Получить награды. 800 монет, спасибо большое за вашу щедрость. Легендарные лиги. Лига Канарейки. Лига уже ждет вас. Сыграть сейчас, чтобы попасть в нее и покорять новые высоты ради щедрых наград. Ну, я не знаю, ребята, 800 монет, я думаю, что это щедрая награда. Так, Красная Смерть, непонятно, что это такое за звездочка. И еда плюс 10%. Почему такого нету в Голодных Акулах, а? Так, ладно, ребят. Безумный Жракс устраивает барбекю каждые выходные. Еще раз повторю, нам немножечко с тобой осталось сыграть для того, чтобы получить новый уровень. Или даже не то, что новый уровень, а получить нового дракона. Так, Жракс, как ты видишь, уже на месте. Начинаем с тобой веселуху. Опа, яйцо найдено. Куда побежал? Ой. Подожди-ка, там, по-моему, монетка была, да? Ну, конечно же. Паучки, все это, ребят, мы с тобой... Я ведь могу этих пауков есть без вреда для здоровья? Что это там у нас летает? А это мой дракончик. Так, привидение я до сих пор почему-то не могу есть, ребят. Блин, да что ж ты будешь делать-то? Так, тут тоже... О, перец. Новый уровень получил. Тихо. Да что ты опять? Вот, ребят, видите? Вот именно тот самый момент, когда вот он зависает, и ничего сделать нельзя. Огненная лихорадка. Жалко, что я не могу призраков вот этих вот поджигать. Что за устроен для ускорения? Ну, это я знаю. Всех дотла сожгем. Я бы и мозг бы с радостью бы этот сжег. Что я, в принципе, сделал. Миссия выполнена. Какая миссия-то? Что я там сделал? Опа, сундук нашел. Такая музычка. Как будто здесь все вообще на изи, все хорошо. Ух ты, водопад. Под воду даже можно. Мышек летучих с тобой съедаем. Вот они, эти птички-канарейки, летают. Наслаждаются жизнью, а я им тут пришел, понимаешь, и все испортил. Захавал, ребята, как хотели-то. Открыто... Новая загадочная область. Ух ты, что это такое? Какой-то золотой горшочек прихватил. Подожди, топом. Да-да-да-да-да. А что это такое? И что здесь загадочного? Скажи-ка вот мне на милость. Ну, ты опять застрял, да? Так, надо нам отсюда, наверное, выбираться. Ох ты, ох ты, ох ты. Ой, ты посмотри, что я тут творю. В яблочко, я тебе сейчас дам в яблочко. Так, это мы все облетаем. Подстрелили. Ты корову-то съешь? Да, Жракс этот, будь здоров. Так, показано, типа, кладбище впереди.
Куда? Что-то мне подсказывает, ребята, что этих пауков лучше не жрать. Вот это я понимаю, да, ребят? Ой, и ведьм сжег. Смотри, что я творю. Ой! Фига он там. Летучка, ты достала уже, действительно, здесь. По-моему, этих пауков есть нельзя. И, если честно, я не особо понял, вообще, можно их есть или нет все-таки. Ух ты, а это что такое? Гномьи разработки, что ли, я тут смотрю, да? Ну, что-то именно на это похоже было. А тут тоже будут новые карты, локации или нет? Пока не ясно. Опа! То есть я не могу пробить это или что? Нужен дракон М-очки. М, категория М, ребят. Нужна еда, говорят. Ясен перец, нужна еда, блин. Только тут как назло еды, ты что-то... Я особо не замечаю. Что-то у гномов какая-то локация, ну, не очень богатая именно на еду. Я тебя сейчас побалую здесь. Вот. Опа. Вот откуда здесь... Ну, вот смотри, опять он начинает вот тупить, как... Носом куда-нибудь встрянет, и все. Видишь? Вот, подкрепились грифоном хотя бы, ребят. Так, золотой грифон меня там атаковать собирается, что ли, да? Так, подожди, а чё мне нравится? Я же все ем, все нормально. Чё вы мне? Огненную лихорадку вот получил даже. Куда побежал? Ну! Паучков жарь. А, вот здесь вот нам не пройти. Нужен дракон категории L. Что там с едой? С едой все плохо, ребят. А вот и заяц. Где он тут летал? Я же видел его. Так, горшочек. Ах, ты куда за хвост у меня? Правильно, вот так вот. Так, тут еще и... Да куда ты? Я не понимаю тебя, дракон, блин. Да чего же он бестолковый-то, а? Куда он летит? Фиг его поймешь, блин. Я ему одно направление даю, он летит куда захотел, сам по себе, блин. Молодец, блин. Правильно, вот этот великан звезданул дубиной, все, и разлетелся он в пух и прах. Ну и что у нас тут получается с тобой? Бонус выживания. Так, получить больше, да нафиг мне на 400 монет больше, бонус выживания 161 монета. Итого. Так. Опачки, ну... 22 место у меня, я так понимаю, да, ребята? Ага, ага. Где-то еще столько же нужно, ребята, нам проиграть, чтобы мы смогли с тобой открыть следующего дракона. Ну что же, давай полетаем. Нравится, но я не знаю, я не хочу сейчас, ребят, сейчас будет. Больше не спрашивать, да, больше не спрашивать. Вывести. Пускай выводится. Так, получить награду, завершить турнир. И 10 тысяч монет. Ух. Итого у меня 28 тысяч монет. Так.
Событие завершено. Посмотреть награды. А почему? Я не набрал, ребята, достаточное количество очков. Так, мини-карта. Так, следующее, что там? Непонятно. Так, двигаемся. Короче, играем далее, ребят. Ну, если столько же нужно мне пролететь еще, да, чтобы схавать и получить столько очков, это на самом деле много. Ну, мы с тобой никуда не спешим, так ведь? Поэтому можем себе позволить спокойно летать. Вот тут, смотри-ка, на этого чувак нападает, да, по ходу дела? На зеленого. Главное, событие кончилось, говорят. А кролик-то все равно почему-то летает. Вот он, золотой. Лови, лови его. Тоже мне тут нравится в самом начале, потому что тут людишки, овечки. Вот он. Давай, давай, давай его. Ага. А почему не поймали-то? В плане, он типа убежал от нас, что ли? Канарейки. Да, нужно хавать, ребят, канареек здесь. Опачки. Буква, тихо. Ну. Не поймали, свобода. Почему не поймали? До сих пор не пойму, ребят. Что-то захавал. Давай, давай, давай. Блин, а ведь там можно было, да, по идее-то? Кто там находится, непонятно. Так, монетки. Отдай монету. Во-во-во-во. Я его сжарил, ребят. Я тот, кто стучит. Куда только стучит, непонятно. Блин, жалко, этих драконов пока не могу съедать. Ой, драконов, паучков. Так было бы прикольно. Взял. Так, гоблины. Не мешайте. Канареечки, естественно. Так, заяц. Куда он там улетел? Твою же налево, вот надо было такая. То есть, ну, делаем с тобой выводы, да, что вот эту, как вот эту вот штуку, а? Че, ускорьтесь для разрушения? Ускорьтесь. Так я... Нужна еда. Я не могу, ребята, ее уничтожить. Может быть, я еще слишком слаб. Как вариант. Эти вот призраки тоже раздражающие. Ой-ой-ой-ой-ой. Добаловался, да? Бабах, и дракон мой разлетелся на кусочки. Печалька. Ну, сейчас посмотрим, сколько мы с тобой. Да мало мы опыта заработали. Мало. Так, давай-ка без этого продолжим. Посмотрим сейчас. А сундуков мы, по-моему, с тобой вообще ни одного не нашли. Ага, вот значит сколько. То есть примерно столько же, да? Ну чуть-чуть побольше нам нужно еще заработать для того, чтобы открыть нового дракона. Я не знаю, что нужно для приобретения его. Но надеюсь именно монетки. Потому что у меня 28,5 тысяч монет на данный момент. Там можно посмотреть было рекламу, да? И получить бесплатно карту, на которой были бы обозначены буквы Hungry. То есть нам собрать слово голод, и что-то должно произойти. В этой игре и в акулах мы еще ни разу с тобой не собирались. И кто знает, ребята, можете написать в комментариях. Пламя, большой его интерес, самый безрассудный из всех драконов. Так, новый уровень получил, ребята, новый уровень. Так, захавали.
Так, всех этих паучков с тобой съели. Вот этих вот жалко, пока не могу, ребята, уничтожать. О, буква. Не поймали. Мы его не поймали, а как его, интересно, вообще ловить? Блин, электрический тут. Так. Да, а что мелочиться? Прямо овец и этих пастухов, да? Всех вот, опа, опа, опа. Драконы. И сюда. И ты тоже иди сюда. Огненная лихорадка. Блин, тупик. Сундук. Ну вот мы еще один сундук с собой нашли. Стоп, подожди. Это специально так сделали, да? Чтобы я туда дальше не мог. Ну-ка. Дай монету-то. В космосе, да, мы с собой, типа. А там был, видел, какой сундук был? Ну-ка. Что за награды там такие, а? Непонятно пока. Ну, я парочку взял ящиков, да, таких. Так, лихорадка? Нет, просто перец схавали без какой-либо лихорадки. Вот она. Лихорадочка наша, давай, давай, жарим. Всех, кого увидим здесь. Перец зачем-то сжег. Зачем-то сжег перец. И сюда. Опять эта незатейливая музыка. Ой-ой-ой, зачем же ты так делаешь-то? Что-то мне подсказывает, что здесь, ребята, нету новой... Новой, как тебе сказать, новой карты. По идее, должна быть. Ну... Почему-то я не могу плавать, ребят. Хотя там как-то можно проплыть. Под водой, это 100% тебе говорю. Опа, человечек, иди сюда. Как говорится, ты мой обед будешь сегодня. О, жители-крестьяне. Так, подожди-ка. Захавал я его все-таки. Так, лучника. Так, корову-то могу эту схавать? Конечно, могу. Так, тихо. Кролик, кролик, я вижу, вижу, вижу. Захавали мы и кролика. Так, а этот у нас... Опять не поймали. Так, подстрелили. Сейчас будет золотая лихорадка скоро уже. Вот она. Ого! Смотри! Так а что, ты хочешь сказать, что... Да ну, блин, ребята, вы хотите сказать, что... Меня же, по-моему, тут... Понятно. Я не знаю, ребята, откуда этот дракон взялся, но... Я его сколько жарил огнем, ему было все равно. То есть он как бессмертный. Так, ну-ка посмотрим, уровень-то я получил. Ну, я имею в виду, чтобы получить нового дракона. Так, давай смотреть. 28 место в данный момент я занимаю. И... да. Открыт новый дракон. Искра. Получить, конечно. Вот такой вот он, как типа этого. Как Мурена, да, ребят? И опять 25. Как мне вот это вот закрыть все?
Скажи мне на милость. Так, ну что, мы с тобой берем, да? Этого дракона. Теперь другой меня интересует. Так, новинка, новинка. Ну давай зайдем в новинку, что там у нас. Так, здоровье, урон от яда. Так, урон. Давай вот это, наверное, мы с тобой возьмем, да? Так, этого закроем. И этого тоже закроем. Возьмем вот так вот. Здоровье, да? Вот так, вдвоем. А здесь что у нас? Новинка. А, так тут можно огнем, водой. Это покупается. Чё? Попробовать. 10 тысяч за 5 налетов? Вы сейчас серьезно? Ха-ха, прикольно. Слушай, а прокачка самого дракона у нас есть или нет? Вот как в голодных акулах нажимаешь и прокачиваешь ему силу атаки. По-моему, здесь такого нету, ребята. По-моему, здесь такого нету. Ну что, давай полетаем, посмотрим, что из себя представляет эта искра и насколько она вообще хороша. Интересно, что она может у нас захомячить. Так, переодеваем коней в пальто. В пальто коней. Вы о чем, родные мои? Так, тут еще можно будет потом третью, да? Но это уже, наверное, категория не S, а, наверное, L-ка. А может быть, XL-ка. Посмотрим. Так. Как-то, честно говоря, немножечко непривычно играть в плане того, что, ребята, он какой-то длинный. И... А призраков не могу до сих пор есть. Как-то... Ну, что-то мне как-то непривычно, ребят, если честно. Просто непривычно. Так, грифоны. Кролик, куда полетел? Давай, ломай, ломай тут все. Съедай. Ты че там? Золотая лихорадка. Так, смотри, смотри, смотри. Видел, уже дракон там летал. Йо, мега лихорадка, прикинь. Мы даже призраков уже можем сжигать себе на мега лихорадке. И все, и закончилась наша мега лихорадка. Не знаю, мне почему-то нравится здесь музыка. Ой, фу ты, это мой, блин. Он меня напугал. Под водой он смотрится как-то намного увеличеннее. То есть я не могу, ребят. Может быть, какой-то дракон и может плавать под водой, но не я. Это явно. Там, главное, нарисована шахта. Шахта этих. Видишь, у меня не получается, ребят. И электрических я тоже пока не могу есть. К сожалению, видишь, написано, эмочку надо приобрести тебе. Для того, чтобы хавать. Ну, до эмочки, ты понимаешь, мне как до Китая раком. А этих могу есть? Эмка. Куда побежал? Так, тихо. Захомячил. Музыка прикольная. Музыка мне нравится. Вот именно вот эта вот. Что это такое вот за агрегат такой, а, ребят? Да кто меня такой? Мыши летучие? Ой-ой-ой-ой-ой, да что ты? Ребят, ну извините меня, я не знаю, что такое, что за фигня была. Я хотел двинуться, меня не пускали. Как будто зажали. Какая-то мелкая мышь черная меня смогла зафигачить, прикинь? Так, ну допустим, новый рекорд какой-то. А, ну правильно, я очков, наверное, получил больше, поэтому новый рекорд. Продолжить. Бонус выживания 3-4 монеты всего лишь. 26 место. Так, а вот это что такое? Новый костюм. А что дает нам костюм? Новый. Не знаю, но давай получим.
Драконатор 800. Это как этот термин 2000, да? Тут драконатор 800. Ну что, может быть, у мозгов у Данте и немного, зато что там? Зато непонятно чего. Поехали. Так, миссия следующая через... Угу, любое место, это понятно все. Так, а это у нас просто... Ага, сундуки. Если два сундука мы получим, я получу гем и еще один гем, да? Вот оно что. Два сундука нужно найти. Всего лишь-то. Ну, это кажется, что легко и просто. А на самом деле не шиша. Драконатор 800. Теперь у меня новый костюм. Я не знаю, ребят, что дает костюм. По-моему, просто так для красоты. Как бы, зачем нам выглядеть обычной змеей, да, какой-то мурена, если мы можем выглядеть как драконатор 800. Ага. Ну что ты, мы же вроде бы как... Как вы у меня призраки... Вот, не могу прям, достают они меня, ребят. Помощники, вы бы хотя бы, ну, там, я не знаю, лопали бы этих. Нужен дракон Элечка. А? Деревушка. Мы ее немножко разбомбили. Так, дракон. Слушай, а где у нас был тот дракон, который... На какой именно локации? Так, это у нас гоблины. Хочу просто прийти туда и отомстить. Если, конечно, отомщу. Угу. Так, этого я не могу пока. Что? Вот это вот и меня бесит. Вот просто не могу, ребят. Когда он встанет просто на месте и все. И ни туда, и ни сюда. И хоть ты что делай, понимаешь? Так, что ты тут радуешься, гоблин? Так, там на картинке нарисовано. Ждет тебя какой-то там, я не знаю, то ли большое дерево, то ли еще что-то. Давай посмотрим. Ой-ой-ой. Так. Ага. Нужен дракон Эль. Угу. То есть ты хочешь сказать, что я дошел типа до своего тупика, да? А это можем пробить? Эй, в легкую. Давай сжигать тогда тут все. Да и зачем я сюда пробивался? Хотя подожди, тут есть, ребята, проход. Так, укус вампира. Укус вампира, о чем? Блин. Ой. Сейчас бы мне как прилетело бы дубиной по хребте. Так, ведьма. А-а-а, тут еще и отравление, ребята, можно получить. Так, нахавались. Слушай, дай бочонок съесть. Нормуль. Так, давай эту коняшку съедим. Так, это кто у нас там? Кролик. Подожди, а кто там стреляет? Ах ты, ведьма! Думаю, что там за эти такие, ну, типа фаерболы. Огненная, это ведьма. Серийный убийца. Так, старая деревня. Хопа, где она? Понял. Заточили. Ну. Господи, что-то тут у вас дофига как-то. Я не понимаю, почему свобода вот там, хоба. То ли съели, то ли не съели, непонятно, ребят. Огненная лихорадка. А, ну здесь мы с тобой... Ты будешь всплывать-то, эй! Стр...
странный какой-то дракон, если честно. Вот не могу, ребят, понять. Не слушается иногда управление, просто и все. Подстрелили. Кто подстрелил? Вот это что подстрелил? Драконы, подожди. Эй! Ну-ка. Угу, порвали. Все, хорошо. Вот, 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 ребята. Вот она, эта локация, где эти паршивые драконы, ты видел? Ну-ка, вот он. Да, мы его разбомбашили. Ого. Там красный призрак. Красный, фиолетовый. Так, этих есть. И бесполезно. Опа. Это он же, да, ребята? Это этот же дракон прилетел. Ханурик просто взял из-под тишка сзади и укусил меня. Сундуков новых мы с тобой, по-моему, да, мы не нашли новых сундуков, к сожалению. А, нашли все-таки? Да нет, не нашли, мы не видели их. Так, Кетцалькоатль, просто язык сломаешь, прежде чем выскажешь. Но я не знаю, ребят, это новый костюм, нужен ли он нам? У нас вот уже есть с тобой костюмчик, да? Но мы можем получить свой второй, если хочешь. Блин, нам еще... А какой там следующий был? О-о-о-о. Хо-хо-хо-хо. Барс и вепрь. Ну что, полетели. Слушай, ну нам много еще, ребята, придется тут, по идее, летать, чтобы открыть этого дракона. Я не знаю, в принципе, как бы... Ну, съедаю все, что могу. Золото фармлю, как могу, но... Опыта почему-то дают маловато. Может быть, здесь есть какой-то, я не знаю... Помощничек на опыт. Может быть. Да этих кроликов, наверное, бесполезно, ребят, доставать. От них все равно толку никакого нету. Тем более события. А эти события тем более кончились. Ну как я понял. Давай. Так, перец. Правильно мы с тобой, да, идем? Давай, жарь. А этим по барабану, да? Так, здесь мы с тобой были, раз сундук открыт. Какой? Звездный край? А, ну я понимаю, почему он называется звездный. Почему? Ну потому что, ребят, как бы, ну... Да ты будешь... Вот это на самом деле раздражает. По поводу вот управления. Оно здесь, как тебе сказать, очень... Немедленное, как сказать. Не очень отзывчивое. Вот так я даже скажу. Потому что когда мне нужно под... Если с акулами там, когда нужно подвернуть, нажимаешь, ох ты. И у тебя все подворачивает. Тихо, свинка. То есть здесь совсем... Ты уйдешь с этого кролика. Ты же прицепился к этому кролику. Там главное этот стоит, бомбит нас, а он кролика выдирает все из-под земли. Где, 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 где? Иди сюда. Захомячили. Такое ощущение, что... Тихо. Где он? Вот он, я же видел его. Деньги. Подожди-ка, что это? Что я там видел?
Ух ты, пробирка какая-то, смотри. Гроза птичек X2. Ускорения нету, я не могу, да, из-за этого? Ладно. Звездный край. Блин, долетался, по-моему, да, ребят? Опять голод? Нет, сейчас попробуем откормиться. Что-то говорит мне о том, что... Фигушки, мы с тобой тут сейчас откормимся, потому что... Пройти здесь не могу. Так, захомячил. Захомячил, друзья мои. Есть маленький жетух. Так, давай вот здесь вот немножко пошалим. Так, что ты прицепился тут своей? Все, восстановил здоровье. Для разрушения. Чего? Так, захавать надо этих всех паршивцев. Вот он. Это он или нет? Вот, вот. Бесит. Вот ей-богу говорю, бесит, вот когда он так делает, ребят. Какой ты кролик, вот этого души. Разрушить для ускорения. Ну, сделать ускорение, чтобы разрушить. По барабану абсолютно, ребят. Хоть ты тут заускоряйся. Ты будешь двигаться или нет сегодня? В кого они там стреляют, не понимаю. Тут еще жаба какая-то, видишь, обозначена. Тихо, буковка. Оу. И вот этим большим паукам тоже по барабану, кстати, что ты огнем там свои поливаешь. Их это вообще не колышет. Ты опять застрял, да? Чего, 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 чего там? Тут рыбки, все дела. Ну как вот мне, например, дальше вот сюда вот? Даже, ребят, под ускорением не могу. Может быть, будет какой-нибудь дракон плавающий, который умеет плавать. Может быть, еще что-нибудь. Но данный дракончик, к сожалению, ничего такого не может делать. Сразу двоих, что ли? Засмотрелся. Заслушался музыкой, засмотрелся. И погиб. Бабах. Так, очки. О, 90 тысяч. Новый рекорд, ребята. Окей. Так, особые предметы. Яйцо, ребята. Яйцо, да. Нашли мы с тобой. Блин, ты ж сколько нужно летать-то, а? Да, дофига. В драконах, как ты понял, надо больше летать, чем в тех же самых акулах. Но здесь и нет такой, как я сказать, нету столько еды, как в акулах. В акулах лично много еды, а здесь ничего подобного. Так, новинка. Что это за новинка? Звезды. Десять гемов. И эти прикид твой будет, да? Так, здоровье, урон от яда. Так. Супер ускорение, бросает огненные шары. Горит при огненной лихорадке. Здоровье, скорость, очки, очки. А, ну вот, тут есть на опыт, ребят, но пока не найдено такое яйцо. Ну что, дорогие друзья, мы, наверное, с вами на этой ноте пока закончим игру. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!